Тихо! Андрей, ну ты не мог одежду, как у меня, взять. Видишь, не видно меня. В белом костюме, блин. Видно ебать? Нормально. Тихо. Вот тут на донышке есть. Давай шланг. Бля, я шланг не взял. Ты дурак, что ли, Андрей? В смысле, блядь, мы солярку пришли сюда, ты шланг не взял? Ну, забыл. Иди, пиздуй за шлангом. Да, блядь, тут далеко идти, пешком сколько? Иди, я тебе сказал, за шлангом, понял? Может, у сторожа спросим? Дурак, что ли, совсем? Блядь, да, тупанул. Откуда сторож шланг? Нахрен он вообще нужен, да? Сказал, иди, блядь, за шлангом. Иди, блядь. А я пока проверю. Может, еще в каких баках солярочка есть. Сундук! Да, блядь! Я что придумал? У меня же рука тонкая. Может, я залезу и вычерпаю ее? Дебил, что ли, блядь, Андрей, я тебе сказал, за шлангом, блядь. С тобой никуда нельзя ходить вообще, никуда. Знаешь, с тобой куда можно вот только ходить? Куда? Никуда, я ж тебе сказал, хуй ты еще переспрашиваешь. В тот раз ходили ночью чермет воровать, ты, блядь, колонку с собой взял, музыку слушал. Да это чтобы от стресса отвлечься. Хуеса, иди, за шлангом, я тебе сказал. Так, блядь, а где бак у этого трактора? А, во! Сундук! Ты чё орёшь, Андрей, блядь? Ты чё орёшь? Да я нашёл шланг. Да тихо, блядь, наш сейчас сторож услышит. Тихо, тихо, тихо. Так я у него и спросил. Ты чё, что ли, дурак, блядь? Вы чё там делаете? Ничего, вот. Ай, сру! А чё шорты не спустил? Так я не сильно. Идите нахрен отсюда! Средь бела дня бензин пришли воровать! Мы? Да нет, я говорю, вот, с речки шли, живот скрутил, вот просто за трактор присел и всё, а? С канистрой срать ходил. Ну да, а чё, Малышева ж сказал, надо под ноги что-то подкладывать. Вот, вот так вот сидишь когда. Вот прям по телевизору сказал, мол, похрену ей чё городить, вот так вот. Пошли отсюда нахрен! Нет, я извиняюсь, такой деликатный вопросик. А вам шлангом не уебать? Чё, щенок, а ну пошли! Да это, да, Андрей, у тебя не очень деликатный вопрос. Извиняюсь, извиняюсь. Андрей, ну ты вообще что ли дурак? Ну как можно было у сторожа шланг взять? Сторож для этого там и есть, чтобы никто ничего не сливал. Чё ты не понимаешь? Так я же не говорил, что нам для бензин. Просто шланг спросил. Не, надо тебе, конечно, фуражку носить. Нагреваешься, пиздец. Тихо, тихо! А вот вы где, здорово, сундук. Да ты чё? Ты чё, здорово? Ты ж всегда дома находишься, ё-моё. Тебе вообще какая хуй разница, где я нахожусь? Я ж пришел, тебя жду там час, два, три, тебя нет. Чернобылю звоню, он вообще трубки сбрасывает. А, братец зеленый, что ли, кнопка? А я думаю, чё мозга связь ебет. Короче, не мог вас найти, вот начальник помог. Здорово! Потому что я сыщик. Хуя ты меня ударил, блядь. Стоп. Канистры и шланг, чё вы тут делали? Ничего. Сейчас я отгадаю, что вы тут делали. Я же профессионал вообще, как это, Шерлок Холмс. Так, что вы делали? Канистра и шланг. Шланг и канистра. Канистра, шланг, шланг, канистра. Куда же, может быть, это шланг, это канистру. Может быть, это как Малышева сказала, чтобы срать удобнее, канистру под ноги это кладем. Тогда зачем шланг? Непонятно. Да, ну понятно. Не надо, не надо подсказывать. Не надо, я же сам, я вот голова. Сейчас, значит, канистра и... Шланг. Шланг резиновый, канистра железная. Зачем это? Может, вы ходили воровать? Не ходили воровать. Тихо. Ходили воровать. Канистра, шланг, яблоки. Ничего не сходится. Надо начальник думать. Заебал. Мы просто воровали бензин. А что ты молчишь, да не рассказываешь, Андрей, да? Он что пиздит. Ты не рассказываешь-то? Он пиздит. Иди сюда. Дай, блин. Бензин. Иди сюда. Да он врет. Какой он врет. Бензин? Чё, чё, вы блин. Здесь воровали бензин? В этом совхозе. Вы знаете, чей он, а? А если вас спалили, вы что сейчас сделали здесь, а? Что вы сейчас сделали? Что, сидели бы в каталажке, что ли, опять, а? Короче,
Делаем так. Я сейчас как будто это, ну, ничего не видел, прям вот так вот. Вот. Расходимся. Все. Че, он пиздит, мы не воровали. Вот уже начальство звонит. Алло. Назаров, у тебя там какие-то дебилы бензин на районе сливают. Разберись. Хорошо. Угу. Вот по вам уже звонят. Ну, по всем по вам звонят. Что будем делать, а? Пошлите протокол, Вазик. Да не, начальник, не надо протокол. Что не надо-то? Пойдем, отойдем. Куда? Пойдем, отойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Может, на УАЗике там доедем? Да нет, какой УАЗик? Пойдем. А что, куда идем? А я? Ты нахуй стой в своем, блядь, пиджаке. Куда идем? Пойдем, пойдем, сейчас расскажу. Но далеко идти? Да нет, пойдем. Может, да я и довезу? Да я тебе говорю, пойдем, пешком, пойдем. Здесь недалеко. Да пойдем, что ли, начальник? Вот чуть-чуть осталось, пойдем. Да я устал уже. Ну, долго, что ли? Да я тебе сказал, чуть-чуть еще, вот. Ну, чуть-чуть, что долго? Ноги уже не идут. Очень важное дело. Ну, куда идем? А? Тихо, начальник. Ну, ты можешь рассказать? Да тихо, говорю, пойдем, пойдем, пойдем. Ну, скажи нормально, а? Да сейчас что узнаешь, пойдем. Что я узнаю, куда идем-то? Ну, что, куда идем-то, а? Тихо, начальник, тихо, сейчас. Что тихо-то? Тихо ты, я тебе сказал. Ну, ты объясни, что тихо, я отстал от тебя. Тихо, тихо, тихо. Что тихо-то? Че отходи? На, подержи, говорю, подержи. Вот, на. Подержи. Че держать-то? Че отходили? Я говорю, подержи. Открывай. 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 А, так, сейчас. Мы чего с тобой отходили? Скажи. Ниже, ниже, ниже. Опусти давай. Че ниже-то? Мы че отходили-то, скажи? А? Че отходили-то, а? Сейчас узнаешь. Ну расскажи мне, интересно. Да тихо, не тряси, не тряси, сейчас узнаешь. А че не тряси? Че делаем-то? Сейчас я тебе говорю, тихо. Нет, ты можешь ты что-то? Ты можешь помолчать. Ты можешь помолчать немного. Ты скажи, что отходили, я помолчу. Сейчас. Ты будешь рассказывать, я буду слушать. Тихо. Ты скажи, что мы отходили? Все, да? Все. Вот и все. Чем мы отходили? На. Че это? Шланг охраннику верни. Ты как туда? Достал, блядь! Канистру верни, назад! Начальник, дай! Назад, да тихо, сейчас нас услышим! Да заткнись! Да кто тебя сюда отпустил? Боров, ёбаный! Я тебя сейчас сломаю! Я тебя сейчас им буду страхать! Вау, братва! Тихо! Не вырубайте раньше времени видос! Если вам понравилось, нажимайте колокольчик, подписаться на канал, комментарий, все это. Делайте все это волочно, потому что мы же стараемся для вас. Вы нас этим самым оцениваете. Вот! Вот мой телеграм-канал, обязательно туда подписывайтесь, переходите, потому что там такие приколные, свежайшие, которые вы, ну, нигде не найдете. И подписываешь рыболовный канал «Люди, у которых лед», где мы с пацанами выезжаем на природу, ловим рыбу, с кайфом проводим время, поэтому будьте с нами, ссылка в описании. Рыбалка. На, там. Спасибо.